Под Митю Фомина я хочу поздравить Катю Гусь с днём рождения. На вечеринке, которой мы сегодня присутствуем, очень много красивых людей пришло поздравить сегодня в облака. Отличная атмосфера, красивые девушки, много шампанского. Ну и, конечно же, настроение, которое нас всех объединило сегодня здесь. Это Hello TV и Саша Кляйн. Смотрим. Я каждый год, в принципе, отмечаю день рождения, но на протяжении года я являюсь резидентом клуба «Облака», поэтому я не могла им изменить. Выступают братья Сафроновы, Митя Фомин, большое количество моих друзей, дизайнеров, я их всех так люблю. И главное, Юрий Михайлович Антонов сегодня тоже со мной, это вообще просто, я не знаю, подарок какой-то. С днем рождения вас. Спасибо. Еще раз. Спасибо, Hello TV. Я попал на вечеринку не случайно, я очень хороший друг Кати Гусевой, и я также ее стилист. А вы как друг Кати принимали участие в организации данной вечеринки? Я принимал непосредственно участие в ее образе. Мы только зашли, уже видим, что у народа все кипит, у всех хорошее настроение на высшем уровне. На самом деле с Катюшей мы знакомы 17 лет. Мы тут недавно посчитали и сами обалдели. Что касается помощи вечеринке, я клянусь, я предлагала. Поздравляю нашу дорогую Катю Гусеву с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, любви, еще раз любви. Ну и, конечно, творчество, потому что Катя очень творческая девушка у нас. Катенька, с днем рождения тебя! Желаем тебе всего-всего-всего самого хорошего. Будь по-настоящему волшебной, сказочной, и чтобы тебя окружали такие рыжие, бородатые гномы, как мы, братья Сафроновы. Вечеринка прекрасная, прекрасно поют. Я видел здесь очень много своих друзей. Прекрасный человек, талантливый. Все знают Катя Гусева. Поэтому, когда она пригласила, я, конечно, сказал, приеду. То есть ты на месте, в принципе, никогда не любишь сидеть? Очень сложно. Вот я сейчас полечу на Мальдивы на следующей неделе. Я думаю, что там с одного острова я никуда не денусь точно. Зачем? Я набираю сил перед своим концертом, который у меня будет 12 апреля в Кремле. И маленький отрывок из этой программы я представлю сегодня у Кати на дне рождения.